хуйня чистая, это брак, блядь. X5 выебал черри амулет, блядь, и родилась вот эта хуйня бракованная. Одни ноздри от папы остались, все остальное от мамы. Крышу хуяришь, зеркала двигаются. Это когда ты, блядь, в салоне ездишь, такая хуйня, блядь, как в истребителе, ёб. Смотри, блядь, это разве нормально? Ублюдок, это не машина. Главный инженер этой машины в этот день заболел. Его, блядь, замы нарисовали вот эту хуйню, чтобы руководство его выебало. Значки, блядь, на BMW заводе осталось. Остаток, блядь, им надо куда-то его сбагрить. Их никто не покупает, нихуя. Хуйня, блядь, есть X2, давай запиздошим. Трубы, нахуй, похуй от гранты, калины. Хозяин, блядь, этой машины 3 раза паял фары. Они протекают, блядь, затекают. Смотри, блядь, это, блядь, фара, ёба. Это машина за 3 миллиона рублей. О, здесь электропривод, ебать, мой хуй. Поднимаешь, хуякс, а здесь пусто. Потому что, блядь, запаску, чтобы взять, еще надо было 9 тысяч, блядь, доплатить. С кнопки закрывается багажник. Шедевр, ёб твою мать. Открывается такая хуйня. А здесь что? Отвертка, ёбаный в рот. А если у тебя сломается, блядь, самый, блядь, технологический дизельный двигатель, у тебя для этого всегда есть отвертка, блядь. Починить можно все, что хочешь. На эту, блядь, огромную пещеру одна ёбаная отвертка. Для 79-го года это было бы просто потрясающе. Дверь закрывается автоматически. Ебануться, блядь, туфли гнутся. Шоколадное говно, пожалуйста, посмотрите. Хуй обосрешься, хуй поймешь. Дешевая эко-кожа за 3, мать твою, миллиона, твою мать, рублей, блядь. Машина, блядь, с пробегом 25 тысяч. Это не грязь, это затертость. Я лишний раз не хочу, блядь, рукой проводить, потому что ей скоро придет пизда, блядь. Фу, ёб твою мать, блядь. Посмотрите на этот ёбаный тетрис, пожалуйста. Помните, как, ну погоди, яйца, блядь, собирал? Так-так-так-так-так-так. Вот это точно, это из этой игры. Помнишь, эта игра была? Охуеть. Обрати внимание на ручку коробки передач. Работает как Kia. Подснимите звук, блядь. Но это, блядь, вы не забывайте, что мы находимся в BMW. Это 3 миллиона рублей, блядь. За 3 миллиона рублей, блядь. Хоть сенсора даже нет. Машину собрали из остатков, блядь, склада BMW. Въебали сюда шильдики. Вот это строек, блядь, старых пооставалось. Это с мотоциклов BMW, с моциков, блядь, поставили. Люк от X5 въебали и сделали панораму. Охуеть можно. Эта машина вечная. А вечная знаете почему? Потому что купил хуй продаж. Тот же самый мотор, блядь, 190 сильный, блядь, дизельный. На тройках BMW, на четверках BMW, но работает гораздо тише и жрет, блядь, ровно почти в 2 раза меньше. В каждых городах всегда все сидели в парках и пили пиво на лавочках. Это та же самая лавочка, блядь, только обтянутая ебаной эко-кожей. Не могу открыть, блядь, понимаешь? Ебануться, они что они, блядь, там прячут? Смотрите, 3 миллиона рублей. 3 миллиона. 3 миллиона! 3 миллиона! Привет! Как дела? Когда, блядь, сидишь сзади, ты даже не можешь отрегулировать себе тепло-холод. 3 миллиона! Но еще не забывайте, что эта машина в М-пакете. Если вы увидите простую комплектацию, вы тогда вообще охуеете. Если вы едете в дороге и вам необходимо наточить карандаш, BMW X2 позаботился об этом. Здесь очень острое лезвие, которое всегда вам поможет дороге наточить любой карандаш. Здесь все маленькое, блядь. Бардачок маленький, подлокотник маленький, подстаканник маленький и хуй тоже маленький. В том, что BMW-шники сами не уверены, что у них получилось настоящее BMW. И чтобы убедить весь остальной мир, что у них получилось все-таки BMW, они установили на эту машину 25 значков BMW, чтобы все думали, что это настоящее BMW. А это не настоящее BMW, потому что на настоящую BMW не нужно клеить 25 значков BMW. Лучший тюнинг ателье BMW, Хаман, Харди и Альпина официально отказались заниматься тюнингом этого автомобиля. Выглядит ли она как полноценная BMW? Не знаю. Если закрыть этот значок, то чем она будет отличаться от этой машины? А это Kia. Дело в том, что пацан из Kia работает дизайнером в BMW. И все BMW теперь Kia, а все Kia стали BMW.